Всем привет, YouTube, привет. Опять же возник вопрос, как вот в этих, попытаюсь ответить по поводу вот этих экранчиков и работы в них. Значит, я в них особо тут, как говорится, не работал. Некоторые аналоги я уже показывал, там предыдущее видео у меня есть. Вот, но людям интересно, вот что, как, покажите, снимите. Ребят, ну есть у нас возможность не снимать, а просто посмотреть. Вот есть такой канал, вот, американец, мужичок тут заделал, вот так он называется. И здесь показано, как он в них работает. Вот тут несколько видео есть, вот, и в них он показывает, я вам для примера вот, показываю, вот, как он в них работает там, да, вот, как они показывают, вот. В основном, конечно, эти экранчики, это экранчики для работы. Небольшая заминочка была у меня тут, позвонили мне, вот, и тут разные виды экранов. Вот, показаны. Вот, и как он в них работает. Я вам советую просто посмотреть вот эти тут 3-4-5 видео. Вот. И, так сказать, сделать свое мнение. Сделать свой выбор, там не выбор. Но опять же, вот, есть они разные. Вот, как мы видим, да? Вот эта полосатая здесь, это полоски в середине. Это вообще без полосок, вот как бы. Ну, люди выбирают, каждый по себе выбирает то, что ему подходит. Вот, видно, да? И в принципе, ну, в общем-то, как мы видим, все вот эти видео, это работает человек на улице, на солнышке. Вот, поэтому... Еще раз покажу вот эти экранчики. Вот тут 20, 35, 45 долларов и так далее. Но это обычные полосатики. Вот, вот эти уже, как они пишут, гибрид, 65 долларов и так далее. Вот 45, 65, ну и так далее. Сейчас вот посмотрим. 65, 65, ну и так, я бы сказал, что если вот так 4-5 экранов взять для работы, чтобы разобраться, ну это будет дороговато. Еще один момент немаловажный, что я уже показывал, эти экраны можно сделать самому. Вот, еще раз повторюсь, как это все делается. Идете вы туда, где делают рекламу. Вот, вот я нарезал изорстекла из тоненького. Он, вот он, как мы видим, светопрозрачный. Здесь пленка белая, оракал. Здесь вот мне на плоттере, по-моему, плоттер называется, нарезали, потом я этот рисуночек перенес сюда. Вот аналог, так сказать, просто на чистом листе эти полосочки. Естественно, что вот примерно один из аналогов того, вот один, второй, третий, вот сейчас я покажу, что у меня есть, так сказать, поделюсь. Вот смотрите, вот это в таком, как говорится, варианте. То есть, если вам надо какой-то из экранов сделать, идете к ребятам, которые занимаются рекламой, и говорите, там, допустим, вот понравился вам такой экранчик. Идете к ним, показываете эту красоту, даете размеры, они посмотрят, вот как это все выглядит, нарисуют вам его. Если руки не оттуда растут, наклеят. И все, берите, пользуйтесь. Но опять же, ребят, 45 долларов, ну... Так, посмотрим, что у нас с долларом. Откроем Яндекс. Вот. Доллар 64,63. Ну, считай, 65 рублей. Вот берем. 65 умножить на 45.
Да просто обалдеть. 3000. Да на 3000 их мешок вам наделают. Вот эти я когда делал, мне это все обошлось. Орстекло, наклейка, вот эти пленочки. Вот вся вот эта фигня, опять же, вот смотрите, да? Вот такая вот. Вся ерундистика, как мы видим, вот здесь плотнее к краю, здесь слабей. Ну или так покажу, вот. Видно, да? Вот. Все это можно сделать, наделать самому. Все эти экранчики мне обошлись там порядка 300 рублей, не больше. И я считаю, тут, как говорится, можно уже поэкспериментировать и не один, не два сделать, а сделать столько, сколько вы захотите. Поэтому вот под видео я помещу ссылку на вот этот сайт Remodent. Вот и ссылочку на сайт вот этого парня-американца. Вот, где он тоже вот показывает эти экранчики, показывает в них дефекты, ну и так далее. Вот. Очень как бы занимательно, интересно, кому-то может пригодиться еще, кроме того, что мне ребята написали. Ну покажите, расскажите, где чего. Ну вот, пожалуйста, показываю, рассказываю. Еще раз говорю, что ссылочки внизу я кину вам на все эти вещи. Вот, и на этот магазин. Ну, не для того, чтобы, конечно, вы заказывали, покупали, потому что для нас это не дешево. Вот. А для того, чтобы вы просто-напросто взяли и посмотрели, почерпнули эту идею. Ну и думаю, что я ответил на этот вопрос по экранчикам. Опять же, еще хочу уточнить, что вот у меня они в основном светопрозрачные, то есть я их могу одевать либо поверх, тут вот лампочка у меня, вот эта вот Женина, вполне легко ставится еще дополнительно второй экран, если это надо. Ну, сейчас я просто покажу, как это делается. Вот, надо, допустим, надо мне вот этот экран поставить. Вот я его беру спокойно, практически одной рукой даже ставлю. Вот. И как видно, вот видите, я трушу, наклоняю, он не выпадает. Вот так уже не лампа сделана. Он даже сам, наверное, об этом не знает, что можно спокойно поставить второй экран дополнительный, там с линиями, с полосками, с чем угодно. Поработать, если вам это нужно. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот, на этом я думаю, что, как говорится, вопрос исчерпан. Я ответил на вопрос. Все, всем удачи, пока-пока, счастливо. Еще одно маленькое послесловие, сейчас вот покажу вам. Если кому-то надо, вот у меня есть как бы файлики, я могу на почту выслать вам, чтобы вы не мучились, просто-напросто уже вот они готовые. Ну, это ерунда, сами понимаете, это самопальный кусочек. Вот. Вот такие вот спектры, еще раз повторюсь. Вот, я не помню, откуда они, где, но вот сохранились у меня. Если надо, пишите в личку, я вам эти файлики сброшу. Вот, и, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, чтобы не делать. Все, еще раз спасибо всем за внимание, всем удачи, пока-пока. Задавайте вопросы свои, я постараюсь на них ответить, если, конечно, смогу.